В Западно-Казахстанской области с 2002 года успешно функционирует компания ТО «Юнисерв», которая осуществляет дорожно-строительные работы. За годы деятельности было построено более 700 километров автомобильных дорог. Численность предприятия составляет свыше 1000 человек. Головной офис расположен в городе Уральск, филиал находится в городе Астана. Учредителем компании является Сатбаев Нургазы Сатбаевич. За 16 лет деятельности компания «Юнисерв» из маленькой фирмы превратилась в одну из крупнейших дорожно-строительных компаний республики. В настоящее время компания активно участвует в реализации проекта по государственной программе «Нурлыжол» в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях. У главы династии Сатбаева Нургазы Сатбаевича общий трудовой стаж работы 36 лет, в ТО «Юнисерв» 16. Компания «Юнисерв» вносит свой вклад в реализацию идеи безбарьерного общества. Тесно сотрудничает с общественным объединением инвалидов-колясочников «Арба». Приобрела для них специализированную машину для перевозки инвалидов. Для общества инвалидов «Демео» был приобретен кромкооблицовочный станок. Созданы рабочие места для инвалидов. Нургазы Сатбаевич мне купил станок. Это не каждому под силу. Спасибо Нургазы Сатбаевичу, что не забывает нас, инвалидов, и очень часто помогает.